Продолжаем. Здравствуйте, меня зовут Максимилиан Хихинашвили, мне 12 лет. Я люблю играть в футбол. И когда мы играем, я одеваю футбольные формы разных футбольных клубов. Вот одна из них, счастливое число, 22. А зачем тебе петь? Ты такой здоровый, а? Ты, в принципе, можешь пробивать путь себе кулачищами. Для чего петь, а? Ну, ради удовольствия. Я знаю, что конкурс будет нелегкий и что здесь много талантливых детей. Но я буду стараться на все 100%, чтобы обрадовать свою семью, своих учителей. Скажи, пожалуйста, твое имя наложило отпечаток на твое отношение к жизни? Да. То есть ты ко всему относишься, да, как максималист? Да. Ты не волнуешься? Нет. Отлично. Тогда вперед. Давай. Спасибо. Sueño para decir no volver a más y me pintaba las manos la cara al azul y me improviso el viento rápido me elevo. Ой, как хорошо, да? Y me echo a volar al cielo infinito. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся с вами. Джипси Кинг. Меня зовут Максимилиан Хихинашвили. Мне 12 лет. И я родился и живу в городе Москва. Это было очень круто. Вы очень крепко все это сделали, конечно. Очень интересные мелизмы, такие аутентичные, народные, этнические. Спасибо. Они вам очень удались. Очень взрослые были, очень молодец большой. Спасибо. Единственное, конечно, осторожничали. Все равно бы хотелось чуть побольше вам отпустить себя. Вот и все, потому что музыка необузданная совершенно. И здесь в ней нужно действительно оторваться так, чтобы не было ощущения, что вы продумываете эти ноты. Потому что вы их технически, правда, сделали очень максимально, приблизились к этому. Спасибо большое. Но вот все-таки надо учесть, я бы очень бы хотел вам пожелать, чтобы вы обратили на это все-таки внимание. Не эта песня была спета, вот в чем дело. То есть была эта музыка. И совершенно шикарный голос, прекрасный. Спасибо большое. Да. Тембр и насыщенность мне хорошая. Мне очень важно ваше мнение. Да. Кажется, тембр, мелодика. Вот ваше мнение? Да, да, голос. Нет, мнение всех нас. Да, да. Вот, очень хороший, вот. Но просто немножко отдельно, ритмически, чуть-чуть не в этом. Она, может быть, наверное, хотелось ее спеть, да? Хотелось эту песню спеть? Очень, очень, да, хотелось. Там мне были, сейчас правда, пока, может быть, наоборот, что-то менее ритмическое, что-то такое больше, более
лирическая кантиленная, наверное, даже было бы лучше, чтобы показать голос. И, с ритмом пока просто не связываться, может, надо было. А может, наоборот, связываться, но больше, чтобы полное погружение или было так, и тогда, да, чтобы так. Ты полностью был в материале. Но на самом деле мне вот мне хватило. Спасибо большое. По сравнению с тем, сколько было, наоборот, отличных вещей, это вообще мизер, о чем мы сказали. Спасибо. Привет. Молодца. Удачи. Толковый парень-то. Как говорят мудрецы, если что-то потерял, радуйся, что не потерял много. Если потерял много, радуйся, что не потерял все. Если потерял все, радуйся, просто радуйся, что больше терять нечего. Поэтому ты потерял вот такую вот крупицу, но приобрел благодаря словам наставников гораздо больше. Они во многом правы, да? Я тебя поздравляю, что ты был с нами. И мне кажется, что мы очень скоро с тобой снова встретимся.